перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. У тебя айфон, да? Не, у меня... Я вчера ему вот это приносил. Вот он его. Куда его воткнуть? Просто там он не может воткнуть. Подожди, нет, бой мы будем смотреть, но он в 4 утра, блядь, это, блядь, по берлинскому. Ну, я думаю, мы еще будем это, не будем сейчас спать. Сейчас 11, будем спать 11. А, время. Через 5 часов еще очень долго. Наоборот. Ты мне розетку дал, блядь. Я сейчас еще куплет запишу, ребята. Да, мы сейчас записывать будем. Работа у нас, работа, блядь, сегодня еще. Что за хуйня? Работаем, люди. Работа хуйня, ребята. Айфон. Пришло подцепить шнур, короче. Все, что за хуйня? До свидания. Пока. Блять. Привет. Добрый вечер, друзья. Мы подождем, пока пару человек еще присоединятся. С вами царь. Я сделаю пару поездов за вас. Так что. Смотрите, кто-то слил треки. Я думаю, в ближайшем времени появятся, наверное, вероятно, 5-6 треков, демо-версий каких-то сраных, которые я скинул там пару людям, которые их сейчас закачали в интернет, но не похуй, ребятки, не переживайте, все заебись, я как раз нахожусь в студии. Эти 6 треков, которые появятся сейчас в интернете, мы выставим их сами, бесплатно, в хорошем качестве для вас. Мы не будем брать их на альбом. Так что похуй. Все, что происходит, происходит к лучшему. И поэтому... Самые охуенные треки, кстати, ни у кого, их ни у кого нету, кроме меня. Вот так вот. Три человека всего. Ребятки, ну-ка давайте, подключайтесь. Вот так вот. Как раз в студии сейчас записываю новые треки, ребята. Так что, все заебись, не переживайте насчет альбома. Кстати, сегодня этот новый трек, мы закачаем его в хорошем качестве, конечно, для вас. Чтобы вы не слушали какую-то ебучую, сраную демо-версию, которая недоделанная в хуевом качестве. Не, вы получите, конечно, самое охуенное. Охуенный став. Привет. Кстати, ребята, мой твиттер-аккаунт заблокировали. Так что. Артур, кстати, музон ебашит там на заднем фоне.